Книга пророка Исаия, 53 глава, 7 стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверздал уст своих». Он был учителем благим и царство Бога возвещал. Он в притчах к людям говорил, познанием жизни изумлял. Примеры яркие его навеки в книгу книг вошли. Их мудрость, сила и тепло нам помогают на пути. Глаголы вечные Христа, звучат они с холма в ладье, и постоянная толпа ему сопутствует везде. Слова рождают чудеса, слух обретает глухота, и славят Господа Христа немых отверстые уста. Сменяют бури, рев и стон, смиренный шепот кротких волн. Христу подвластны силы все и на земле, и на воде. Но вот настал такой момент, момент единственный, когда его молчание и смерть сказали больше, чем слова. Поруганный стоит Христос, пред ним ревущая толпа. Нет оправданий, слез и просьб, молчат учителя уста. А прежде злу торжествовать он никогда не позволял, и самый справедливый стяг высоко в мире поднимал. Давно ли в страхе перед ним упали ниц его враги, и он один с собой в ночи учеников загородил? И если б только слово он теперь о помощи сказал, крылатый светлый легион ему Отец с небес послал. Но он молчал и в жертву сам жизнь добровольно все отдал. В побоях, ранах и крови без слов вещал он о любви. Его лучистые глаза полны прощения навек, воскликнул даже судья: «Сей человек!» Он наш страдалец, наш Христос. Мы тоже немы пред тобой. Весь мир еще не знает слов, чтобы прославить за любовь и за молчание подвиг твой. Своей смертью безгласной ты позволил нам глаза открыть, уста открыть, чтоб мы могли с тобой, как с лучшим другом, говорить. Ты бросил за хребет наш грех, с собою примиривший всех. Открыл объятья нам Отца. Бог правит миром со креста. Аминь.